океана. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будут посылочки с AliExpress. Посылочек будет немного, но будут офигенские посылочки, которыми я просто очень-очень довольна, которые вот за последнее время прям вот порадовали меня, порадовали. Давайте начнем с Timebox. Это вот такая вот колонка. Вот такая вот колоночка. Да, с виду такая непримечательная, черненькая колоночка, и не поймешь, что это такое. Но на самом деле это... Прекрасная штука. В общем, это вот такая вот колонка. Здесь есть у нас радио. Ее можно также подключить к всяким гаджетам через USB. Значит, я покажу, как она сейчас пришла. Также здесь время, будильник. В общем, здесь много всего. Сейчас я вам расскажу. Пришла она вот в такой вот коробочке. Коробка очень классная, качественная. То есть пришло уже, как бы, да, вот как запаковано, сразу уже понятно, что нормальная вещь пришла. Вот, вот так вот оно все пришло. Все запечатано, запаковано, что в дороге с ней ничего не случилось абсолютно. И было в комплекте у нас вот такой вот USB и вот такой вот AUX на два выхода. Провод AUX, да, на два выхода. Кстати, качество вот этого, здесь такое, знаете, матовый, приятный, приятная текстура, мягкая. Прям вообще классно. Вот это вот все колонка, все вот это вот звук отсюда исходит. Здесь у нас выход AUX, зарядка, AUX-вы и AUX-выход. То есть два разных. Значит, смотрите, в чем преимущество этой колоночки? Ее можно подключить через приложение, что очень удобно. Я подключила Timebox. Приложение Timebox называется. Я его подключила. Вот. Ой, буковка Т тут была. Ну ладно. В общем, я его открываю. И что я вижу? Музыка, радио, голосовые сообщения можно отправлять, знаете, любимому. Так, любимый, доброе утро, пока вы спите, он прослушает. Выбирать разные дизайны можно здесь. Сейчас я вам покажу. Вот. Но их здесь очень много через приложение, еще больше дизайнов всяких. Это, ну, на заставочку. Можно время также выбирать, чтобы было. Разные анимации. Здесь можно также рисовать самим что-нибудь. Например, оп, оп. Ну, у меня, может быть, не очень хорошо получается. Вот что получилось. Это сердечко. В общем, не судите строго. Это я закрасила его. В общем, разные цвета можно выбирать также, да, для них. Здесь можно выбирать также приложения разные, вот такие. Здесь их просто 1000 разных приложений для заставочки. Просто очень много. Невероятное количество. Вот они. Я на них нажимаю, и они там. Дальше. Планировщик. Также можно планировать расписание для ребенка, расписание для младенца, ежедневное расписание, будет звенеть будильник, сон, музыка. Можно, а так, можно, чтобы радио заиграло. Океан. А, это сон. Это можно ребенку. Вот музыка для сна. Здесь можно ребенку поставить, чтобы, например, он засыпал. Летний вечерок. Можно поставить на 15 минут, на 30 минут, на 45 минут. Медитация. На 90 минут. Сколько вам нужно? Вот отдых. Подводный мир. В общем, много всего. Дальше. Будильник здесь также можно устанавливать. Инструменты. Секундомер. Табло. Здесь есть уведомления и разные игры. В общем, вот такое приложение. Много всего. Мне больше всего нравится, вообще обожаю, прям радио, потому что радио... Включу сейчас, на всякий случай. Люблю радио именно потому, что я радио все время слушаю в машине, и я люблю, знаете, как бы не просто вот скачала музыку и слушаешь, а я люблю именно быть... Ощущение такое, что это со всем миром, потому что сейчас слушают все это, да, все как бы в курсе каких-то новостей, каких-то реклам интересных. В общем, и музыку слушают все сейчас вместе с тобой. Поэтому я очень люблю радио слушать. И утром я встаю, включаю радио,
Очень классно. Уже пользовалась голосовыми сообщениями. Точно так же можно, конечно, управлять не только с приложения. С приложения это просто, ну, удобно, удобство больше, да. Но можно также управлять просто с колонки. Здесь вот есть все, включение, подключение. Работает оно через Bluetooth с приложением. И эта колонка на самом деле очень мощная. То есть мы были на улице, вот вы, может быть, видели влог, она играла очень громко, и то это было даже не на всю. Просто я даже делала тише, потому что мы друг друга не слышали, достаточно мощная такая колонка. Вот. Мне очень нравится. Значит, вот такое вот новшество у меня появилось. Кстати, есть еще аналог у них, чуть-чуть поменьше, покомпактнее. Так что можете посмотреть, я ссылки оставлю и на этот, и на тот, который поменьше. Он очень, кстати, стильно будет смотреться в интерьере. Значит, вот такая радость в моей жизни. Поехали дальше. Дальше я наконец-таки купила себе вот такое вот кольцо. Это кольцо, которое одевается на телефон и фоткается в темноте. Очень часто бывает, что я делаю фотографии, и они не получаются или достаточно темные. И, в общем, подсветка всегда рулит. Вообще со светом вообще другие фотографии получаются. Более яркие, качественные, красивые. Бывает, лицо сразу становится каким-то другим. Вот такое колечко, оно работает от двух батареек мизинчиковых. Очень просто, оно универсальное для любого телефона. Здесь есть три режима, вот такая вот кнопочка. Раз, два, три. Вот очень яркий. И выключается. Вешаем мы это вот так на наш телефон. Сейчас я включу камеру. Вот. Делаем вот так вот раз. Селфи. Вешаем вот так на телефон наш. Вот вы сами можете видеть, насколько ярко будет подсвечивать мой. Видите, да? Ну, я обычно пользуюсь на самом ярком. Действительно, очень красивые и яркие фотки получаются. Вот, ссылку на эту штуку я тоже оставлю внизу. Я нашла по своему любимому приложению одну из самых дешевых, и ее достаточно быстро привезли. Прям я практически долго не ждала. Еще я заказала вот такие вот штучки. Знаете, для чего это? Очень прикольные штучки, но функции они несут немного. Это специально для того, чтобы размазывать тональный крем или еще какие-то консилеры. Она сделана такая вот силиконовая, мягкая, приятная. Я купила две штучки, фиолетовую и розовенькую. Розовенькую я уже испытала, и я вам скажу, честно, откровенно, что лучше использовать пальцы, ну, либо кисти. Не знаю, меня она не очень удовлетворила, но что-то в ней есть прикольное. Может быть, я как-то ей неправильно пользовалась, но мне показалось, что она ничего не... Она не... как-то не впитывала оно как-то, а как-то оно размазывало непонятно. В общем, мне не особо понравилось, но мне захотелось испытать эту штуку, потому что ее рекламировали в Инстаграме, прям супер-пупер там все размазывает. Я ничего особенного не увидела, она стоит копейки, я тоже ссылку оставлю. Если кто-то захочет испытать такую штучку, то пожалуйста. Просто это размазывает тональный крем. И сам факт, что все спонжики, они, чем, да, плюс, все спонжики, они впитывают в себя наши тональные средства, да, а этот не впитывает, и как бы все остается на лице вроде бы как, да. Но пальцами размазывать мне понравилось больше, чем этим спонжиком. Вот и все, в принципе, посылочки с AliExpress закончены, будут посылочки скоро еще. Все в ожидании, все я жду. На все оставлю я вам ссылочки. Вот, надеюсь, я все сказала, но вот это вообще вещица. Это вообще вещица для меня. Ладно, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Люблю вас, целую и до следующих видео. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и я вас очень-очень сильно люблю. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и я вас очень-очень сильно люблю. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И я вас очень-очень сильно люблю. Привет, мои хорошие. С вами Селена Свей. И я вас очень-очень...